Дарим телефон. Если нет, будет нет, монтажники, нет, то дарим то и это. Стоп! На нашем YouTube-канале мы запускаем новое шоу под названием «Белый мат». Поэтому мы решили подарить вам что-то особенное. Пишите в комментариях под этим видео то, что вы хотите получить в подарок. Автор самой оригинальной идеи получит от нас свой долгожданный приз. Погнали! Белый мат! Ребятушки, всем привет! Это шоу «Белый мат». В этом выпуске вы пригласили пару, Сашу и Настю, чтобы они впервые в жизни сами установили натяжной потолок на нашем полигоне. Саша – один из лучших пилотов России. Правда, не самолета, а коптера, но это тоже неплохо. А Настя занимается фуд-фото. Ну, это когда еду красиво фоткают. Кстати, ссылочки на ребят и на канал Саши в описании к этому видео. В общем, как вы поняли, они даже шпатель в руках никогда не держали. Даже и не знаем, чего от них ожидать. Если они справятся с заданием за 90 минут, их ждет крутой приз. А если нет, то безжалостное наказание. Но это все было бы слишком просто, поэтому Саша на протяжении всего шоу каждые 7 минут выпивает по одному шоту. А еще мы подготовили для них неожиданные задания, поэтому не расслабляем свои буквы. Булочки. Ну что, братанчики, начинаем. Поясни за потолочек. Мы приходим иногда к богатым друзьям, у них, конечно, есть натяжные потолки. Не, натяжные потолки, конечно, сталкиваются, но стараемся в этот момент просто уйти из дома, потому что знаем, что там эти баллоны этих типов постоянно взрываются, что там вообще какое-то волшебство происходит. Там что-то сверлит, газа у них куча какого-то веселящего. Smoke weed every day. Приходишь через 2 часа, бац, такой чистый ровный потолок, все клево, красиво. Все красиво. На этом, в принципе, знания кончаются. На столе мы разложили разные потолочные причиндалы. Что из этого вы знаете? Ну, тут какие-то эти прищепки для сосков у да, нас есть. Да, они нам нужны. Я их очень люблю. Скотч, ну, а зачем? Хрен он знает, зачем, как и обычный скотч. Я тоже не скотч. Знаю, и обычный тоже тут не нужен. Тут, возможно, ножницы. Мне кажется, вот это нам точно пригодится. Но вот это, наверное, вот эти штучки. Это, запихивать, да, запихивать само полотно. То есть это да, самая это последняя. Вот эта последняя типа, как... штука, она у нас дома все время выпадает. Да, поэтому мы ее возьмем с собой, да. Надо, да. Рулетка, мы, наверное, будем, да, как-то полотно да. отрезать. Ну и вот эта штука нам тоже, наверное, тоже нужна что-то бить. Да. Поджигать газ веселящий, наверное. Она нам тоже нужна. Че, какой-то крокодил нам подготовили. Крокодил, крокожу, не буду крокодить. Какой-то клей. Крокодил, вот, это вообще ничего. Какой-то секундный клей. Это чтобы рот заклеить кому-нибудь. Опасно. Склеивает кожу. Нет, там, не нужно, я не знаю, что там. Вода. Наверное, нужна вода. Спирт? Нет? Спирт, походу. Ну да, спирт, наверное, обезжирит что-то перед склеиванием. Да. Ну, карандаш, только разбираться по ходу. Ну, да. Это самая странная страшная штука. И вот это меня смущает. Я даже не знаю, как ее открыть. Как она вообще, что она вот делает. Это, наверное. А. Оп. А это острый ножичек. А это что-то резать. Можно да, наверное, плинтус. Калькулятор надо это потом, это бабос посчитать, там откат вкинуть там, да. Вот. Мы столько берем за квадратный метр. Средняя цена по рынку, в принципе. Ну все, мы разобрались, Часочка, в принципе, да. Да, поехали. Ну что ж, настало время пить. Ну, за потолки. О, так, это, наверное, Нина. Что это такое? Какой красавчик! Это какой-то модный рэпер молодежный, модный да? Модный рэпер. Морским штатом. Мать его. Слушай, а как мы его будем? С одной лестницы, да? Стой, подожди, а почему он такая большая? Нет, наверное, надо туда. Давай посмотрим. Начнем с рулетки. А так? Давай, например, по мере, что нас забрали. Нормально пошел. А как это будешь мерить? Я не знаю. Ну давай от стены, то есть на глаз. Мы же инженеры с тобой отучились. По 6 лет в институте. 215. А тут у нас... А ну мы сейчас померим. Нам его резать же нельзя, Моргенштерна. Хотя бы мы могли бы его. У нас полная свобода, рандом. То есть тут 187, значит это другая сторона. Получается, он будет, там, например... Типа, давай, лоб к тебе, а... Ртом на вход, ртом да. На вход, ртом, да. Ртом на выход. Да.
ты бросай, и она засосет. То есть нам нужно вот так вот. А что нам нужно? У нас уже эта штучка есть, да? Че, его лицом вниз натянем или пощадим людей? А лучше бы мы пощадили людей. По идее, все. То есть берешь сейчас какой-нибудь шпатель, инструмент, например, и запихиваешь, наверное. Ты попробуешь или я? Давай ты. А я не знаю, как запихивать. Я тоже когда-то первый раз запихивал, но... Так, стой, я запуталась. Где это? Где его вообще? Ебло. Слушай, мне... И что делать? Ну, это какой-то уголок. Уголок, да, давай вставим. Это очень сложно. Давай я держу, то есть там натяжения нет. Ну и как-то, наверное, туда запихнуть. Я вот не понимаю, как уголок надо запихивать. А если мы сделаем неправильно, он натянется, интересно? Ну, газу побольше бахнем, он натянется. Я боюсь просто порвать вот эти вот херни. Да, не бойся, все бесплатно. А давай-ка ты уголок хорошо вставишь. Слушай, а может нам клей нужен, чтобы это приклеить угол? Чтобы он не вывалился. Угол? На, держи. Давай почитаем, что там за клей. Сильнее засадить? Я буду читать, что это за клей. Клей, короче, цианакрилатный, секундный. Фиксирует, клеит за секунды. За мгновение склеивает кожу и глаза. Ебать. Ну нахер. Ты угол сделал? Ну, я планирую сначала одну сторону запихать, а потом уже там углы, не углы. Наш, наверное, становится, мы начнем херню какую-то делать, да? Так, тут уже как бы тяжеловато, потому что... Какой-то стык. Какой-то... Дырку только не сделай. Так, держится. Вы держите здесь. Я думаю, до угла, если мы дойдем, то он зацепит в угол и будет все четко. Заебись. Четко. Мне кажется, они слишком много. Слушай, что-то, короче, не сошлось. Нас, наверное, наебли с куском. То есть он должен быть длиннее. Или эта штука тянется? Ну, не настолько же. Саша, зачем нам эти тиски? Вот они не зря их, по-моему, при этом. Может быть, как-то натягивают. Смотри, какая штука, может быть, типа он... надо это натянуть, это как парус, что ли, какой-то. Так, а у нас есть шуруповерт, их 4 штуки. У нас шурупов нету, то есть, может, задумано, чтобы мы их не использовали? А зачем тебе? Ну, просто, наверное, как-то натягивается и растягивается. Мне кажется, пока ты не напился, надо, короче, первый раз позвать супер Санька, который нам хотя бы примерно объяснит. Да, слишком просто. Так, у нас сейчас проблема, то, что мы вроде как померили, сторона, которая... Мы померили, может быть, мы неправильно померили. Может, неправильно, поэтому надо померить обе стороны и понять, какая длинная, какая широкая, чтобы мы, наверное, начали. Давай, вот так. Хотя бы правильно. Широкую на широкую делайте! А ты не думаешь о том, что она вот как раз этим воздухом и натягивается, растягивается? 185, а это за ней схватай. 185 на 195. Сторона длинная у нас. А ты померяй вот ее. Ну да, значит, мы начали правильно. Неправильно, ёбаные волки! Широкую на широкую! Я думал, наоборот, потолок скукоживается. То есть он изначально больше, больше? А не он игрёт, он скукоживается, натягивается да. Идеально. Тут какое-то говно происходит. А у нас размер правильный, то есть там никто на ниже стоящих этапах не прокосякнул. Да. А может быть, нам надо было от угла не натягивать его вот так прям вставлять, а следующий угол зацепить. Он такой, иди, иди. Говорю, ДЦПшник просто оператора, не нашли никого. Давай углы, давай цеплять просто углы. А как мы углы зацепим? Вот просто не вставляя, а просто вставить углы. Углы. Один угол, надо второй. Охерительно не натянуть все это. Почему? Просто углы. То, что у меня муж пьет, это не значит, что я не должна работать. Слышь, мы все остальные следующие 7 минут будем его вытаскивать, а потом ты опять набухаешься. Я слишком слаб. Ну, давай, угол еще один сейчас. Какой угол? Какой-нибудь. Ну, мы не дотягиваемся ни до одного из углов. Да ладно. Ну, видишь, она у нас по размеру. Ну, у нас, значит, вот эти нужны соски, чтобы натягивать. Потому что она не особо-то тягучая. Короче, мы в западне попали.
Чудо газ зажигаешь. Короче, расплавим. Потянется, как родная. Газ пока нам не нужен. Газ – это самое последнее. Да? Да. В тупике уже, да. Что-то у нас не клеится. Мы хотим помощи. У наших героев есть возможность два раза вызвать супер Санька. Помощь от самого крутейшего потолочного мастера. Кстати, уроки с ним вы можете посмотреть на нашем канале. Чтобы Санек пришел, Насте надо выполнить секретное задание. А Саше для этого выпить два шота вне очереди. Что ж, первый удар на себя принимает печень Саши. Раз шот. Ты ж, что делать? О, хана, все. Саня, смотри, тупик, у нас полотно меньше по размеру, чем вот мы эта дырка. Мы не знаем, да. Куда натягивать. Давай, расскажи, что как. Оно и должно быть меньше. Нам что именно сделать? Берешь и что нам делать? Берешь крючок и в профиль вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И что, как нам делать? Вот хорошо, вот. По так, всем ага. Периметрам мы это сделали. Да. Дальше что вот. Мы делаем? Потом натягиваете вот так. Силой просто ага. Надо натянуть, да? Да. И пушки грейте. А вставлять нам их когда надо все будет? Четыре угла надо вставить. Вы уже испачкали его. Развешивайте на все четыре, потом подтянете. На все четыре, она получается лежит на полу, и мы на крюках развесим. Нет, не на полу, вы и так уже угандошили его. Испачкали его. Угандошили его. Ну, это моешься потолки, что они моющиеся, да? Конечно, нет. С матового потолка вы никогда не отмоете такую грязь. Всем привет! С вами компания Марио. И сегодня мы будем готовить наш фирменный салат. У-ля-ля! И для этого нам понадобится огурчик, морковка, капуста и, конечно же, станок Игорь. Поехали! Вот мы и приготовили наш фирменный салат. Все, что нам для этого понадобилось, это овощи, которые можно купить в любом продуктовом магазине, и фирменный станок от компании Марио Игорь, который вы можете купить только у нас. Вроде тут жарко становится. Да, а я купальник не взяла. Расходимся. Такая интересная, блядь. А он как, смотри, как он сделал. За угол, смотри, видишь? Прям за сам угол? Ну, видишь, как он хутанул? А не берется. Вот это подстава, как он так сделал. А тут вообще что-то непонятное. И наш угол тоже надо вытащить? Ну, мне кажется, тоже, да. Я вот этот вставила. Пока так, вставляю вон тот, пока время идет. Можно мне у нас поковыряться, пока я достаю? Мы у этих углов, походу, не первые. Как же его зовут? Его зовут... Супер Санек? Нет, Моргенштерна. Ну, так и зовут, нет? Нет, у него имя такое какое-то, как татарское какое-то. Макар? Ну, нет. Алишер, да, он Али... Давай, тяни. Все, ёпта, натянули. Кажется, так красиво. Все, мы справились, да? Да, теперь, наверное, с середины к краям надо его запихивать. С середины? В серединке? Ну, конечно, да. Так, что, ты начнешь? Операторы угорают, блядь. Мне кажется, они ржут. Как-то животных закинули в клетку, дали им тамагочи. Мы не натянем, MacBook. Ты что, смотри. Надо поддать жару. Мне кажется, жару. Да, сейчас пойду, короче, все, потолок. Что, не так, что делаю? Полный рандом, что хочу, то и делаю. Свечу, хабачу, потолок натянуть хочу. Санек нам по правилам правду всегда говорит, да? Он не мог нас подъебать, нет? Главное, не продырявь его. Потому что все равно как-то очень туго. Да, надо вызывать второго Санька, чтобы он нам хотя бы... Не, он сказал просто натягивайте и вставляйте. То есть мы да? Что, тупые, мы можем натянуть. А, вот смотри, тут какая штука, наверное, прям под шпателек какой-то пазик. Сейчас я его возьму и туда... Оп! Смотри, так. Серьезно, ты не верил. Посерединкам давай. Посерединкам, наверное, не сразу все, чтобы если что. Да, вон ту давай, вон смотри, как он губки сделал, пью.
Пошло дело. Мало того, что мы его испачкали. Половину тянули. Ага, что-то. А давай мы его сразу же... Давай, может быть, поджарим его чуть-чуть. Потолок? Да, ну, ну ржет. Почему все в окно не ржет? Так, мы Супер Санька пока не звали. Пусть там это, помаринуется пока. У нас все нормально. Прошло какое-то крошечное время по меркам вселенной. Мы уже потолок почти натянули. Конечно, натянули. Мы еще ничего не сделали. Смотри, у нас какая там дыра. У нас полтора часа, ребята. Прошло 15 минут, потолок уже висит. А давай сделать побольше. Он показал, что можно больше. А, да. Есть какая-то тут крутилочка на баллоне. Только смотри, не это, не взорви нас всех. Аллах Акбар. Что, вообще греет? Ну, как-то, наверное, еще надо нападать. Ну, что, натягивается? Ну, он должен, по идее, обвиснуть. Так, давай еще раз попробуем. Давай попробуем подпилить или подтянуть. То он стал гораздо мягче. Да? Давай тогда побольше ставить. Слушай, на такой жаре пить, наверное, очень вредно. Мне кажется, сейчас тебя размажут. Такой жаре. Я лезу по лестнице. Ну, попробую это в потолок херач пока. Ох, ёптоп, на меня не направляй, она прям жарит. Сраный огнемет из Вьетнама. Пиздец! Огонь! Пошла жара! Ты уголок поставил? Мне кажется, углы нужно самыми последними делать. Нет? Тут нет правил, детка. Тут шоу на выживание. Слушай, вообще прям читкач. Оп. Саш, смотри, у нас вот этот вообще провис, мы его еще Слушай, не сделали. Так приятно. Да подожди, так приятно, понимаешь, что тебе приятно. Давай вон тот, смотри, у нас угол провис. Да, это не очень хорошо, наверное. Ну, давай, тот. Сейчас я еще чуть-чуть. О-о-о! Кайф, что за кайф? Че, мне шоу такие по пути. Хуйню начал нести, пойду делом займусь. Вон ту, давай серединку вставим туда, попробуй, по крайней мере. Серединку вставим туда, что бы это значило? Я пока его лобок ему подогрею. Вообще, я тебе тоже лобок подогрею. Монтажник потолков, первый день на работе. Как-то не очень получается. Мне кажется, ты смотри, что сделал с потолком. Он это, как это, оскотинился. Оскотинился. Сейчас я оскотинюсь через пару шотов. Давай, сука! Лезь! А не, на другой стороной. Сучара, давай! Вогнал! Вот это поворот! Давай, блядь! Поехали! Ну все, слушай, читкач. Пошел потолок. Давай, стой, вот тут вот серединку. Вот, ты еще подожди. Ну давай мы закрепим, чтобы он не выскочил. Мне кажется, ему просто понравилось туда засовывать. А хочешь попробовать? Да, давай. Это как буду ребят сжечь с огнеметом. А как ты это делал? Ну, шпательку, он там специальный есть. Вот это? Специальная складочка, да. Переверни шпатель. Ну, поактивнее, просто мне сейчас опять надо будет бить, мне надолго не хватит на такой жаре. Ну, как будто в бане. Давай, Насенька, давай. Ну все, хватит. Ну там какой-то косяк. Косячок там какой-то хуй, да. Пойдем, и так сойдет. И так сойдет. Все, давай меняемся. Ты давай, вон ту угол. Я оставшиеся тогда уголки попробую бахнуть. Давай, например, вот этот. Нет, вот этот натяни, вставь. Я с ним, давай. Давай. Раз, два, три. Вот, сука, да, погнал. Давай, серединочку. Странно, я таких криков не слышал, когда делают потолок. Это, может, первый раз только так? Внезапно наказательный движ. Неудобные мега-огромные ярко-оранжевые перчи, в которых страдать вам 3 минуты. Мне кажется, я даже их не возьму. Я ничего не возьму. Вот сразу бы дали такие перчаточки, я бы 2 раза быстрее натянул. Вот пить неудобно, а пить тоже нормально, так что нормально. Давай, я... Давай, газку поддадим. Давай, жги этого пидора. Я не знаю даже, что ей сказать-то. Я к такому был не готов. Попробуй вообще поднатянуть, оно натягивать? Или пока вы... Мне хотя бы руки не жжет. Тут не наказание, это какой-то божий дар. Нет, нихуя. Сейчас, давай. А ты веришь, что ты все время ставил? Так, теперь тут
посерединке. Так, давай. Хочешь, пахнет? Не хочет. А может быть, ты от нее бы пошел? А то она так бы, ну, наверное, делала. Геометрически бы... правильнее, наверное, так, чтобы у нас меньше было точек сверхнатяжения. Мы будем идти посерединке. От обратного. Так, так. Это реально как в бане. Да, прям банька. Банька, парилка, юбилей, горилка, водка и пивас, полный расколбас. Кайфуют пацаны, каждый день потолки натягивают, потеют. Еее! Сука, это было страшно. Бам! Упс. Оп. Получилось? Да. Оп. Хорошо, что он сразу с краем. Я-то думал, он, короче, тебе просто дают кусок. И ты сидишь ножницами на месте его вырезаешь. А оно вон как, уже все готово. Ну они же приходят, сначала вымеряют, да? Ну да. Оп. Ну, чтоб дети грома не боялись. Внезапный движ. Устроим 3 минуты патриархата. Теперь Саша руководит Настиной работой. Знаешь, что я думаю, Саш? Хорошо, что мы не делали, не дрелили вот этот вот сам профиль. Обычно бы нет. Можно я своими ногтями буду засовывать? Да, просто посерединке потом, а потом на края расходи. Переставляй лестницу. А на середину этого участка, на середину вот этого участка левее чуть-чуть, середину вот тут левее. Так. Да мне жарко. Середину запихивай, а потом от середины расходись в края. Середина на себе левее чуть-чуть, серединка это. Вот это? Хуснем, да, здесь середина. Да, заправляем середину. И влево и право середину отмеряй, тоже заправляй. Красота уже какая, ух, ёпта. Представляешь, доченьки наши натянуть такой потолок, да? О, красота. Кем она вырастет тогда? Как мы? Да. Никем? Хочу быть как папа. Шкура взяла эту штуку, направила туда. Ты меня слушаешь. У меня власть, дорогая, в этом шоу. Как минимум. Ну давай мы в стену направим, вот так перпендикулярно, чтобы потоки вверх шли. Вот так вот? Не-не-не, это пацанов мы сажем, да, вот так. Ага. Это жестко. Все, видишь, у нас правила в шоу появились. При всем уважении. Когда огонь, можно в стену запихивать, да. Как, серединку нас обязательно. А я не сейчас натяну серединку. А давай, ты сильная, я в тебя верю. Вспомни, как ты рожала, давай. Тушься. Тушься, дыши и тушься. Сильнее. Она если сама захавает, зажует, да, вот так все хорошо. Почему так тяжело? Ну, ты думаешь, просто так берут с тебя 3000 за потолок? Black bitches mad, cause my main bitch vanilla. She tryna get her cool back like Stella. Это тебе не фуд-фото заниматься, гамбургеры фотографировать. И не на коптере стики дергать. Что у меня тут это потолок. Косячок. Он так будет служить сколько лет, служит этот потолок? 50-100? Да, да, ну вот после такого монтажа он будет служить, наверное, день. О, у меня у сестры есть прекрасная история. На кухне потолок натяжной. Она, короче, что-то жарила, готовила. Она делала картошку фри и добавила в раскаленное масло водички. Водички. Все уже готово. Вода, кипяченое масло. Масло, короче, что-то взбесило, жахнуло потолок. Весь потолок, сука, горит. Он как, сука, стек, короче, да, вниз. Ёбаный в рот! Он стек на кухню, и вся кухня вот так вот оплавленная потолком была. Блять, мама! Что мне тебе, мамочка? Сейчас, Настенька, я тебя поджарю. О, блядь, горячо. Я постаралась. А, нам еще нужно вот это вот. Блин, тусов, ну это хуйня вообще, мне кажется. О, я тут подогрела. Тебе сейчас я эту, сука, натяну. А тут что у нас, блядь, за провис? А у нас, наверное, в этом, короче, не клей крокодил, а ботокс, чтобы у нас какие-то складки есть, мы туда вколем, а стянет. Вот тут, как вот тут? Ну, как везде.
Нам надо еще вот эту вот штуку, да? Ну, давай как вот бы это. И так сойдет. Ну уже. Да, и так сойдет. Мне лестницы не нужно, смотри. Там, если вам надо натянуть потолок, это набери мне. Если ты одинокая сексуальная женщина, у тебя натяжного потолка, набери мне. Натяжного потолка? Так, у нас есть хуит, инструмент, который под 45 градусов нам может что-то отрезать. Давай, режь. И нам нужно 90-45. Ну просто отрежь кусок, так, посмотри, 40, куда он режет. Стоп, он как-то регулируется, нет? Тут есть все, кроме... вот 45. Типа как ты вставишь, так он отрежет. Это гениально. Гениально! О, я это уже ждал. За нью-йоркскую полицию. Ну, за справедливость. А чем его вставлять? Руками, наверное. То, пошло. Почему странно, что он весь, странно, что он весь черный. Может, давай мы его протрем сначала, потом начнем использовать. Давай. Мне кажется, я его испачкал. А может, руками он вставляет? Да, давай сейчас водкой его будем отмывать. Давай натянем сначала. Вот поэтому у меня он и падает, потому что, может, его неправильно вставляет. Слушай, может, для этого нужен клей? Что самое интересное? Клей. Почему? Трудно объяснить. Опять клей. Давай клеем чуть подмазывать. Какая-то игла, блин, кто что ей делал, неизвестно. Может, тут спит вообще внутри. Сейчас мы, короче, все приклеим, давай. Давай. Сейчас давай. У нас есть плоскогубцы. Мы плоскогубцами вытаскиваем эту иглу спидозную. Нет. Тут с одной стороны профиль толще, чем с другой. Давай мы отрежем не 45, а 45 наоборот. Это сколько будет? 45 наоборот. 273. Идеально. Идем в другую сторону. Блять. Он же не держится. Давай вызовем Сашу. У меня есть же какое-то бонусное задание. Пусть он нам вставит чуть-чуть, а мы по периметру пройдем. Крокодил, да. Санючий братанчик должен понять, что от него хочет Настя. За каждое угаданное слово 30 секунд суперсаньковской силы. Большое, круглое. Ага. Круглое с дыркой внутри. Пончик. Большой. Топчешь руками, это бычок. Анархия. Армия. Звезда. Большая звезда смерти. 2, 2, 1. Что, это статья какая-то? Какое-то скотоложство. Скотоложство! Большое скотоложство. Большое круглое скотоложство. Обширная, блядь, орбита. Орбитальная стан. Орбитурат какой-то. Спутник. Вокруг орбиты несется. Что стан... это, в общем-то, ёпта моя. Вселенная, галактика, блядь. Солнечное сплетение, солнечная орбита. Астрономия, астрогалактика. Космос. Ебать, это космос был. Нет? Так, второй словчик. Космическое пространство, блядь, космическая Одиссея. Стоп! Ты остановись, блядь! Космическая Одиссея, блядь. Космический десантник. Космический солдат. Забудь про это слово! Космос, ага. О, блядь. Дегенерат какой-то, блядь. Мартышка. Чешет все голову, блядь. Расческа. Фен. Стали. Фен. Космофен. Валик, краска, стена, тюль, блядь, что? Тюль? Штора. Свисает с потолка. Штора, тюль? Гардина. Ага. Гардина перевешивается. Первое? Горди. Никогда не отгадает это слово. Гардемарина. Вот. Гандон. Гардина. Угу. Да. Блин. Все слова связаны с этой хуйней, Саша. С потолком? Вот. Под. Под. Гардина под или еще под? Потом гардина. Под гардинник. Есть!
Один плыву, скребусь, блядь, на войне мне ноги оторвало, блядь, во Вьетнаме я, блядь, иду такой, ногой грибу одной. Фак, большой палец. Отрезали тебе руку, пальцы, некоторые пальцы, усекли. Обрезание сделал раввин. Действие. Отрезать. Я там разложу в уме, да, блядь, потолок. Резопол. Какой потолок? Резанный потолок. Разрезной, натяжной потолок. Какой? Резной потолок. Братанчики угадали все слова. Супер Санек теперь ваш на 1.5 минуты. Добро пожаловать в ад. Смотри, какая красота. Так, нам что-то... Говорят, не готовы ни хера. Что тут осталось? Мы не можем ставить вот эту штуку. Вставку? Блин, плинтус. Да, мы отрезали кусок. Да, почему он на полу разваляется? Ну, так получилось. В смысле так получилось? А где он должен был в воздухе где-то висеть? Он на плече. На плече, это. Да, и пошел. Мы отрезали кусок, но мы думаем, что мы его неправильно отрезали. Давай, побыстрее вставляй его, а мы уже... Вы под левую руку будете вставлять? Как ты вставь как-нибудь. Здесь не вставится, здесь потому что не заправлен потолок. Вставляется вот он. Там в клее под... Вот это? Так, он нихера не держится там. Вот все держится. Что значит заправлен потолок? Вот у тебя гарпун торчит, он не дает сесть. Отец, покажи нам, кто гарпун, кто нет. Пройтись по периметру, впихнуть, и все будет ништяк. Вот таким макаром. Ага. Вот ставь нам сейчас в самом начале, а мы потом пройдем. Ага. Тебе пушка нужна, отец? Нет, не нужна. Так, бугурок надо подрезать или он один цельный по периметру? Нет, под 45 грамм все подрезается. Это 4 у нас, 4 краешка, да? Хочешь пройти по кругу? А как? Он сказал обрезать. Не, ну сначала надо вот этот крокодил, дракон там что-то кому-то засадить по периметру, да, и потом все само собой получится. Смотри. Слушай, а у меня руками лучше получается, может, потельком делать. Потому что у меня руки под потолок. Если под потолок. Если рассъемка не получится, я пойду эту залупу вставлять в дракона, блядь. О, нет. Это совсем в другую сторону нам. Странно, хотя я обрезал правильно, но когда ты оборачиваешь на 180 градусов плинтус, то угол тоже изменяется. Держать на рукаве бобину с плинтусом. Вот это он прикольнулся. Каким образом? А похер, да, режь там потом. Рассчитаем по формуле, какой угол. Упс, чуть не продырявил. Поливинилхлорид все стерпит. Так, сейчас думаем над углом, самое опасное. Саша, самое опасное, угол. Так, если вот так вот, то это то, что нам нужно. Он сделал уже три, раз, два, три угла, и до сих пор думает, какой ему нужно делать. О, это мое любимое время в этом шоу. Я бы так бы потолки натягивал, в принципе, ничего напряженного. Каждые 7 достаю. Минут накатываю, да. Как-то, Сашенька, углы как-то криво стали. Не зря я ногти постриг, я знал, будут крупные планы, будут снимать мои ручки, блядь, элегантные. Элегантные. Давай, спой песню. Все идет по плану. Все, шу. Кайф. Блядь, потолочек мой. Идеально. Моргенштерн. Хоть одна песня Моргенштерна, давай. Я роняю запад. Ну шо, Супер Санек, заходи и принимай работку. Ну, принимай работу. Складки. Ага, ладно. Вставки криво стоят. У вас есть дома натяжные потолки? Вот так же стоит моя раскатка, что у нас на балконе стоит так же. А это что за грязь? Фотопечать, наверное, да? Да, это картинка такая. Не-не-не, это кто фотошопом фон убирал, тот забыл. Он да, ну, в принципе, все стоит. Ставится пару складочек. О, это что тут? Глянцевое пятно. Вы пушку, что ли, передержали здесь? А что, правда? Вот здесь. А у нас не было никакой пушки. Вот, отойди, вот, ну, видишь, глянцевое пятно. Сожженная пленка. Слушай. Еще чуть-чуть бы, и он бы просто порвался бы. Ну, дырочка была бы такая, где-то размером. А это ценится? Это хорошо или плохо? Это плохо. Это грустно. Это? Это печально.
Возьмем в шуруповерт. А, то есть как-то это можно исправить, то, что мы косякнули? Эти, да, складочки. Не признавай наши косяки. Берешь и фенчиком. И что с этим делается? Морщинки убрать. Они разглаживаются. О, исчезли. Да? А да. Нету. Но... Это волшебство. Вот морщины. Поставь мне, я вон тут попробую. О, смотри, как исчез. О, чекать. О, Настенька. Бедолаги справились с заданием, и мы для них устраиваем потолочную крейзи-вечериночку. Ну что, чтоб потолок стоял и деньги были? Вот и наша детская готова. Завозите малышей. Опа! Подписывайтесь на канал.